Всем привет, с вами Диана Суворова, и кажется, у нас с мамой нарисовалась определенная рубрика. Я ее хотела назвать «Адвентисты». Как тебе такая рубрика? Не очень название, да? Может, подписчики придумают нам название, когда мы с мамой открываем адвент-календари. Кстати, у нас сегодня дружок в гости приехал вместе с мамой. Это Мишка. Он меня не отпустил. Да, он так плакал и просился тоже поехать с мамой, что сегодня он будет лежать тут на ручках и тоже распаковывать адвент-календари. У нас с мамой уже вышло 2 видео на моем канале, где мы распаковываем календари. И, в общем, решили мы сегодня тоже распаковать парочку адвент-календарей. Сейчас я вам покажу, что это за календари. И, кстати, в прошлом году я тоже распечатывала, по-моему, с Лизой тоже NYX и Make Up Revolution. Ты, кстати, слышала такие бренды? Revolution слышала, NYX, конечно, да. Да? Ну, хорошо. Так что сегодня у нас так праздник. Да, я забыла. Что ты забыла? Ну, что у них там хорошего? Ну, косметика не очень дорогая, надо сказать, но и не бюджетная. Мне кажется, Revolution чуть-чуть более доступный по цене, а адвент-календари примерно в одной цене. Они продаются на Натино и стоят в районе 2-2,5 тысяч гривен. Как ты думаешь, это много за адвент-календарь? Они по сколько подарочков? Здесь у нас 24 у Revolution и, по-моему, 24 у NYX. Ну, тогда нормально. Ты думаешь, нормально? Ну, 24 интересных штучки, конечно. Да? Нормально. А мне кажется, что дороговато. Я бы сделала дешевле. Но не знаю, как это, правда, сделать. В общем, мы посмотрим. Так что начинаем. С какого начнем? Мишка, ты, может, выберешь? Нет? Ему нравятся все. Да? Да. Покажи. Ну вот, Мишка, такой? Вот такой? Такой или такой? Или... А он не видит, какой. Вот такой. По-моему, он в растерянности. Но я предлагаю начать с Revolution. Ты знаешь, когда я его получила, этот адвент-календарь, он мне показался какой-то маленький по формату. Это, по-моему, формат А4. Листочек такой, да, вот небольшой. Но он довольно увесистый. Интересно, что там внутри. Вы знаете, была проблема, чтобы его так открыть и не рассыпать. Он вот так вот выглядит. Ну, как он красивый. Да, тут вот у нас 2 половинки вот такие. Мишка, тебе нравится? Да, очень. Ну что, начнем тогда. Мне номер 1, а тебе какой? Номер 2. Ищи. Где номер 2? Мишка, помогай. Мишка. Вот и 2. 2. Смотри, значит, я распаковываю, да? Номер 1. Мне кажется, здесь помада. Как ты думаешь, что у тебя? У тебя? О, я угадала. Красная помада. И, кстати, это полноразмерный формат. Такой вот красивый. Цвет. Смотри, какой алый. Мне кажется, прям как для тебя. Очень красивый. Так, сегодня эта помада тебе. Давай, разворачивай свою. Мишка. Мишке так интересно, что ты нам помоги. Интересно? Да, Мишка. Мишенька, да, распечатать, чтобы не порвать, очень сложно. Так, и что это у тебя тут? Что это? Мишка? Очень красиво, не знаю, что это. Так, Make Up Revolution – это что-то для глаз. Жидкие тени. Боже, какие красивые, металлические вообще серебряные, смотри, жидкие тени. Очень красивые. У меня когда-то были такие, только потемнее цвет. Да, ну хорошо, красивые. Попробуешь на Новый год, тоже тебе достается. Так, номер 3. Это мне, и номер 4 тебе. Ищи. Ищи его, свищи его. А, вот 4 мой. А, 4 точно. 4. Да что я 3 кричу? 4. Так, у меня здесь, по-моему, блеск для губ. Да. Ну, вот такой вот обычный блеск, ничего такого примечательного, увлажняющий с мелкими какими-то там частичками. Но, кстати, это все пока что полноразмерные продукты. Ну что, никак? Давай, помогаю маме. Так, а это уже миниатюра, и это очень красивый хайлайтер. О-о-о, вот это сияние. Мишка, посмотри. Класс. Вообще, очень красиво сияет. Это уже, кстати, миниатюрка. Такой вот маленький хайлайтер. Да, но очень красивый оттенок. Вот, мне нравится.
Так, следующий, значит, у меня пятерочка, а у тебя? Шестерочка. Шестерочка. Ну, давай. Мишка-то ушел от нас. Он косметикой не интересуется. У нас вообще такое уже новогоднее настроение, как вы видите. Мы с мамой сегодня прям, ну, уже как будто готовы Новый год встречать, да? Ну, вот такие вещи, которые именно к Новому году. Да. Итак, смотрим. У меня что-то для глаз. О, гель для бровей. Вот такой вот прозрачный и тоже пока что миниатюрка. И никаких подсказок, просто номер 6. Да, вот в прошлом видео у нас было подсказки написаны на коробочках. Было очень прикольно, кстати, да? Это карандаш для бровей, это воск. Но он просто прозрачный. Честно, никогда не понимала вот этих продуктов. По-моему, они бесполезны. Но спасибо, что положили. Так, дальше. 6-7. Я 6, ты 7, да? 7 моя любимая цифра. 6. Где 6? Вот 6. Так, разворачиваем давай. Ой, что это у меня здесь? Маленькое яичко. Ты знаешь, зачем? Ну, наверное, это губка такая, да? Ну да, для макияжа. Такой маленький, это, по-моему, для консилера. Очень классно. Если ты не пробовала, мама бьюти-блогера, а что, не можешь вытащить? Нет. Почему? Ну, потому что застряла. Это знаешь, как я тебя в детстве, мама, открой, помнишь? Да. Мама, вот тебе бумажка, выброси. Да. А теперь ты мне, да? Да. По-моему, это карандаш для губ. В таком красном, красивом оттенке, подходящий этой помаде. Это мне нравится. Это тебе. Да. Опять мне? Ой, конечно. Так, дальше. Ну, давай 8 и... 10. 10. 10 я нашла. Хорошо, давай. А то у нас шестерки эти перепутались. Ну, Мишка просит. Ну, хорошо, давай, Мишенька, иди. Иди, я тебе покажу 10 номер. Вот так, садись. Ой, у меня здесь красивая палетка теней. Огромные такие вот рефилы. Мне кажется, это твои оттенки. Коричневый, черный, золотой, серебряный. Это ну, вот... я люблю черный и серый. Ну, отлично. А вот это, наверное, кисточка для этого всего в 10 номере. А что это? Что это такое? Я не знаю, что это. Кисточка. Завернута. Ой, это кисточка. Это вот для этих теней кисточка. Нет, это для бровей вообще-то. Для бровей? Да. Ну, а как ты их различаешь? Такая работа. Слушай, ну она очень какая-то не очень. У тебя какой? 11? 11. 12. 12. Хорошо. Я стараюсь. Не давай. Смотри, какая игрушечка хорошая. О, помадка. Помадка. А вот этот? Это нюд. Это нюд. Да. Ой, красивый оттенок. Очень красивый. Мне нравится. Это полноразмерный? Это мне. Это полноразмерное. Это мне. А вот это? Это тебе. Тоже нюд. Это тебе. Это... Нет. Нет? Это блеск для губ. Смотри, какой. Нюдовый для тебя. Это для мамы. Это для меня. Это опять тебе. Это опять тебе. Ну что дальше? Давай. 13. 13? 14. Давай. 13. Тебе все нечетные. Опять блеск для губ. Ну вот такой нравится мне. Ну смотри, вот они два одинаковых. На губах вы не увидите разницу. Но можно было что-то другое положить. Карандашик, но я не могу его достать. Мама. Опять карандашик. Это черный. Этот подходит. Это давай, тебе. Давай. Как мы хорошо сегодня разделили карандаши. Так, ну что, дальше у нас что? Мы запутались с тобой опять. Нет. Сейчас 15. 15. 16? 16. Держи. Ну давай, распечатай. Я в тебя верю. Я буду стараться. Давай. Хотя это сложно. Ой, здесь у меня тоже кисточка. Вот такая кисточка, мне кажется, или для губ, или для консилера, для чего-то. Ну, такого. Жалко мне разрывать такую красивую упаковку. Я уже, по-моему, мастер открывания вот этих упаковок. А я делаю чего? Это. Что это такое? Это консилер. Нет. Нет? Нет, но похож. Это база под тени. Кстати, она прикольная, немножко выравнивает веко. Мне она нравится, да. Но она была, кстати, и в прошлом календаре тоже. Ты это помнишь, что было про год назад? Ну, да. Примерно, да. Помню. 17 у тебе и 18 мое. У меня что большое здесь? Ну, да. Ой, здесь зеркальце. Хорошенькое. Хорошенькое. Да. Оно не увеличивает? Обычное? Нет, обычное. Дай Мишке посмотри. Мишка, посмотри. Понюхал? Понюхал. Так, ну тут опять не вытряхивается. Да что ж такое? Карандаш. Опять?
Но это уже, по-моему, для бровей. Да, айбрау коричневый. Ну, не знаю, хочешь, возьми. Видишь, у меня и так черные брови. Хорошо. Так, дальше 20, нет, 19. И 20. 20. Давай. Ну, теперь у меня что-то интересное. Ну, сейчас. Ой, что-то красивое. Ой, это тоже тени. Жидкие тени, очень красивый такой бронзовый оттенок. Вот здесь я нарисовала. Это такая же линейка, как и вот эти серебряные. Скажи, для чего это? Это кремовые тени. На вкрасу и пошел. А, такие очень вот красивые. Были. Да, 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 красивые. Какой-то и даже легко наносить. Ой. Какой нежный цвет. Ой, это же для румян. Я люблю румяна очень яркие. Да? Да, это у нас от бабушки. А, да. Бабушка любила краситься. С утра проснешься, а бабушка уже на макияже, да? Хорошенько, румяна. Я говорю, давай чуть-чуть. Она говорит, нет, это очень мало. И мне всегда говорила, иди что-то подкрась, да? Иди подкрась. Иди подкрась, бабушка говорила всегда. Вот я и крашусь. Так, дальше. 20, сколько? 23? Нет, 21, 22. Да, спасибо. Давай. Какие красивые упаковочки. Такие новогодние. Да, очень красивые. О, еще кулечек. Это кисточка, по-моему. Нет. Вот они сюда запихивают нет, какие-то нет. Дурацкие кисточки. Ну, вот дурацкая? Да. А я думала, хорошая. Нет, ну она совсем. Ну что это? Даже маску не нанесешь. А это, смотри, номер 22. По-моему, это блеск для губ. Опять. У нас уже был блеск для губ. Вот. Вот такой, еще теперь вот такой вот. Ну ладно, я вот этот возьму. Ну ладно, бери. Спасибо. Так, 23, 24. Давай. Что? Тут прикол. В этом адвенте есть прикол. Сейчас почему? Мы его увидим. Какой? Вот сейчас займись этой кисточкой. О, ну вот это уже ничего. Это, кстати, тебе для румян подойдет. Она как раз такого размера, чтобы вот набрать румян. Поэтому это тебе. А, я люблю очень красивые кисточки. Ну, помоги мне вот это. Мишка, нам тут тяжело. Мишка, что тут у нас? Давай поставим. Хайлайтер. Нет. Нет. Консилер. Ой, нет, это что-то что для... Что это? Это вот скульптор, бронзер, скульптор, да. Бронзер, да? Но он очень рыжего цвета вообще. Самый универсальный оттенок положили именно в этот календарь, прекрасно. Это, ну, это хорошо? Это шутка была, потому что он вообще какой-то, он просто коричневый. Это, наверное, очень темный. Ну, то на есть, лето. Ну, это для очень смуглых девушек. И неожиданно не 24, а 25. 25? 25 штучек. И тут что-то очень большое. А я думала, адвенты все 24 должны быть. Ну, а здесь и 25. А здесь? Вау! Ух тышка! Вот это полноразмерная. Очень красивая, да? Да. Класс. Можно еще посмотреть? Да. Ну, здесь все красивое. И они в свои адвенты очень часто кладут палетки, да, Мишка? Тебе нравится? Посмотри, какие красивые тени. Все понюхал. Молодец. Он любит нюхать, помадки любит. Ну, как нюхать. Тебе? Адвент, да. Он упакован идеально. Добавили 25-й этот предмет. Идеально так, что мама не смогла открыть ни одной коробочки. Ну, может быть, так надо. Ладно, давай распаковывать следующий адвент. У нас еще один классный бренд NYX, да? Будем смотреть. Так, ну что, мама и Мишка, у нас тут еще один адвент-календарь красный. Он в стиле нашей одежды сегодня. Ой, он такой красивый, посмотри. Вот это вообще, да. Посмотри. Это Новый год. Да, вот это праздник. Да, это красивый. Прям очень красиво. Но он, боже мой. Но он такой легенький. Я когда его получила, и он мне показался очень легким. А все потому, что здесь в основном будут продукты для губ, помады. Хорошо. И тени. Да. Вот, то есть это их там бестселлеры, поэтому здесь, скорее всего, будут миниатюрки. Все очень маленькое, но, в общем, можно все попробовать. Ну что, давай открывать эту красоту. Ну, ты знаешь, здесь же не коробочки, а какие-то... Да, мы таких еще с тобой не открывали, нет, да? Нет, это ж надо выковыривать. Выковыривать, да. Ну давай, номер один, выковыривай. Выковыривай смотри, ты. Смотри, вот так. Раз, давай, теперь ты. Да, вот так, вставляй пальчик. Вот сюда, вот сюда. А, вот. Здесь надо найти эту дырочку. Да, ну давай, достаем.
Ну, здесь вот, ну, совсем маленькие. Маленькая помадка. Маленькая помадка и маленькие такие вот румяшки. И вы знаете, цена этого календаря тоже больше 2000. Вот, например, если сравнить с этим, то здесь, ну, даже чуть-чуть побольше румяшки вот в Revolution. А здесь такие маленькие вообще крошечки. А, это не румяшки, извините. Это тени. Для теней нормально. Беру свои слова обратно. Смотри, маленькие тени. Угу. Очень красивый оттенок розовый. Мне нравится. Так, и помадка. Это не помадка, это самый известный у Никса блеск для губ. Баттерглосс. Баттерглосс. Да. Масляный. Да, вот так вот он выглядит. Это уже миниатюрка и очень известный продукт. Ну что, едем дальше. 3-4, да, давай. Вот ищи такую дырочку, да? И открывай его. То же самое. А что у тебя? То же самое. Дай нет, я это не то же самое. Давай прочитай. Это база под тени. Для да, база под тени. Да. Молодец. И это тоже миниатюрка, и в поездке пригодится. А у меня жидкий хайлайтер. Вот такой вот. Born to Glow. Линейка, которая уже несколько лет. Очень, кстати, популярная. Так, дальше. Что у нас? 5-6? Давай. 5-6. Опа! Еще одни тени. Красивые. Ну, теперь ты знаешь, что это тени в таких малышах. Да, да. Это уже, я думала, румяна. Это. А я сейчас тоже разберусь, что это такое. Давай. И что это? Не знаю. Крем какой-то. Soft Matte Lip Cream. Это самая знаменитая тоже линейка матовых, очень комфортных помад у Никса. И вот такой вот оттеночек. Такой вот коричневый. А понюхай, как пахнет. Дай Мишке понюхать. Мишка, понюхаешь? Шоколадом пахнет. Ой, как ему нравится, по-моему. Маленький. Ну все, лежи. Он хорошо улегся. Лучше его не это. 7-8, давай. О, слушай, опять мне тени попались. А мне опять коробочка. Ой, какой красивый цвет. Такой коричневый. И немножко дуохромный даже. Мне нравится. Красивый. Так, а тебе? Тебе снова попался блеск. Такой же, как и тоже баттер. Тоже баттер и тоже в каком-то странном таком темном коричневом оттенке. Шоколадный. Шоколадный. Шоколадный крем. Шоколадный крем. Что-то у тебя там на носу. Надо поправить. Какой-то крем замазался. Кстати, в прошлом видео подписчики тебе писали о том, что ты хорошо знаешь английский. Расскажи, где ты его выучила? Ой, ну что ты, Дианочка, я учила его только в школе. Только в школе? В школе. А потом... А вообще-то я мечтала быть филологом или учителем английского языка. Но в те годы это было как бы это не престижно и невыгодно. Угу. И я стала инженером по радиоэлектронике. Ничего вот себе. Инженер. И всю жизнь я переживала, что вот английский, я его так люблю, я много читала. Угу. А потом я начала зарабатывать. На чем? Я стала переводить техническую литературу. То есть ты совместила... свое техническое образование с моим знанием английского. Вот так вот. Я помню, как мама сидела, печатала ночью на машинке переводы, вот такие вот книжки, вручную, да? Да, не было компьютера. Вот так вот. Это был очень большой труд. Я спала и засыпала под звук печатной машинки мамы. Ну что, мама, баттерглосс у нас здесь опять самый знаменитый, но что-то какие-то у нас... Это карамельный. Не ходовые цвета, это вообще какой-то консилер, а не блеск для губ. Ну, посмотри, какой цвет, он же будет выбеливать. А здесь у меня опять у меня хайлайтер. Уже немножко в таком оттенке. Короче, темный. 11 это моя. Да. Вау, какие у меня тени. Ой, какие. Очень красивые. А у тебя? О, тени, конечно, да. Вообще, золото такое. Покажи, вот, покажи. Вот, а, ну вот, видишь, праздник красивый начался. Ну, тут сама разбирайся. Soft Matte Lip Cream. Опять в каком-то неходовом оттенке. Ну, и не знаю, может быть, это у меня не ходят вот такие вот все коричневые. Вообще, все коричневые оттенки цвета детской неожиданности положили в этот адвент. Спасибо, Никс. Так, дальше 13-14, да? Слушай, я вспомнила Никс.
Мы же с тобой были на открытии магазина Nix в Нью-Йорке. А, как однажды, да, да, попали. Очень прикольно. Да. Это было интересно. Давно. Так, у тебя опять помада. Ладно, а у меня, смотри, пор филлер. Как ты думаешь, как это переводится? Филлер это что-то. А, поры замазывать. О, представляете, мама у меня. Да, это, кстати, замазка для пор. Так. Вот это неплохо, наверное. А цвет подходит? Он такой прозрачный, да. А вот этот? А это уже ничего, такой цвет новогодний. Опять soft matte lip cream. Так, это вот маш. Мажу. Вот такой нет. Красный, да, кровавый. Нет, это чересчур даже для меня. Ладно. Так, дальше. 16. 15. А что я? Я не могу нажать. Эй. Давите ее. Да нет. Дави. Они перепутали. Здесь нет давилки, что у них делать. А, как? Вот так. А, нет. Они ее заложили чем-то. Так, да. Сейчас я кисточкой. О, видишь, оно сместилось, и я не могла туда нажать. Soft Matte Lip Cream. Ну, уже цвет более нормальный, мне какой? Кажется. Очень симпатичный. Я бы таким красила. Какой? Вот. Вот. А у тебя что? Не знаю. Но я должна разобраться. Давай. Это какой-то финиш. Это финиш. Финиш, пудра какая-то. Это полный финиш сегодня. Да-да-да. Конвент. Потому что она абсолютно белая. Ну, вообще, для чего используется такая белая? А, вообще HD пудра это классный продукт. Она очень классно блюрит кожу и классно смотрится на видеосъемке. Еще матирует. Я такие пудры использую перед съемкой. И все красиво. Давайте тоже, кстати, заматирую. А что ты намажешь? Ну, вот так, подбородочек mm-hmm. можно. Немножко носик. Вот тут, Т-зону. Очень хорошо. Вот это хороший продукт. Можешь себе взять и, если что, мазать. Хорошо. Так, 17 на 17. Вау, слушай, у тебя тут... Ну, наконец-то. Баттерглосс в красивом оттенке тирамису. По-моему, это самый знаменитый оттенок блеска. Очень, очень красивый. Вот этот... Ладно, это что? Я, мне, да. На, теперь. Да. А у меня, вот это мне нравится. Это масло для губ. Очень знаменитый продукт у Nix. Очень приятный. Дай и, понюхать. И он в такой версии... Ой, какой он явный. Тревел. Можно с собой куда-то брать. Так, 19. А вот когда мороз, вот этим можно мазать? Можно, да, на морозе. Баттерглосс цвета детской неожиданности опять. А вот такой цвет мне нравится. О, этот... Да, красивый. Красивый. Да. Я, мне нравятся такие, да, темные-темные. Да. Значит, ты открыла что? 21. А я открываю 22. Это тоже, по-моему, тени для тебя. Фиолетовые, это же... Эти еще лучше. Это то, что ты любишь. А покажи, вот сравни их обе. Ну, они прям друг друга дополняют. Они, по-моему, только один более с блестком, да. А другой матовый. Матовый, очень красивый. Да. Мне кажется, это твои оттенки, поэтому это сюда. Ну, а это ты себе возьми. Спасибо. Soft Matte Lip Cream, еще один. Тоже какой-то цвет. Да что здесь с цветами? Какой-то рыжий. Не знаю. Правда, чего я ожидала? Мне у Nix нравится всегда пару оттенков в коллекции. Вот. Но здесь, кстати, нет новых помад, которые у них вышли. Линжери XXL. Здесь только вон баттерглосс, да баттерглосс. Еще крем. Один. А. Ух ты, какой темный. Смотри. Это страшный. Да нет, не страшный, красивый. Темный такой. Он вот, винный. Он нарядный. Да, да, ну да. А здесь баттерглосс. А где все новые помады? Может, они в каких-то других адвентах? Или в других... В общем, мы разорвали напрочь весь адвент, он был красивый, вот, и вот, сложила линеечку, и что у нас тут получилось, а? Смотри. Смотри, значит, у нас тут еще вот эти куча. Мои тоже возьми. Да, у нас тут, кстати, классные тени, мне кажется, они довольно ходовые, все оттенки мне понравились, классная HD-пудра маленькая, хайлайтеры мне понравились, масло для губ, но здесь реально оттенков помад и блесков всего вообще парочку, какими бы я здесь смогла накраситься. Вот здесь чуть база под тенью. Это ты себе вот, допустим, 4 выбрала, да? Да. А мне?
А тебе я даже не знаю, какие тут оттенки. Нет, один подходят. Вот у тебя на руке красивый. Розовый есть. Вот такой. Нет, вот этот, вот что вот это такое? Вот это вот блеск. Вот мне блеск. На тебе блеск. Вот этот блеск. Но у Никс каждый год выходит тоже календари с миниатюрками. Мне бы хотелось, чтобы там были какие-то новинки, которые выходили в этом году. Например, там у них классные помады и Никс Линжери. Подожди. Вот эти, помнишь, помады, которые двойные? Двойные. Вот да. Это чудо. Да. Это, я не знаю, я бы советовала всем. Да. Потому что они никогда не пачкаются. Да, да. Они не липнут. Да, они классные. Очень стойкие. Они очень красивых цветов. Да. А где же они? А здесь нет. Ну вот можно было, наверное, сделать миниатюрку, но, может быть, это как-то сложно, потому что она двойная, эта помада, да? Да. Там же с одной стороны помада. Да, и она долго хватает, очень хорошая помада. В общем, спасибо вам большое, надеюсь, вам понравилось видео, напишите, какой адвент вам понравился, а мы обязательно снимем сейчас еще одно видео с Мишенькой, да? Да. Еще один адвент у нас будет. Пока, очень интересно. Пока, пока. Пока.